Смотрим за схваткой. Зиланд выигрывает. Тут же мяч теряет. Игра вперед была. И Медведева подбирает в короткую и делает сейчас хет-трик. Получается у нас покер у Джейлани попыточный. И хет-трик теперь уже у Медведевой. 44-0 в пользу ЦСКА. Нет, хотят еще атаковать, хотят играть. Прорыв по правому краю. Уже не бежит никто из игроков Дагестана. И попытка номер 4. Кубани. 24-0 сейчас счет сейчас станет. Вопрос, кто это у нас. Не исключаю, что это как раз Валентина Лебедева. 18-й номер. Но, возможно, я ошибаюсь. Нет, по-моему, это как раз Лебедева была. 24-0. Уверенная победа Кубани. Абсолютно за... Второй тайм матча чемпионата России по регби-7 среди женских команд сборной Дагестана и Кубань-Краснодар. 12-0 после первого тайма Кубань выигрывает. Две попытки Дарьи Лушиной и реализация Анны Кулинич. Кубань в целом пока поинтереснее. Кубань больше атакует, больше владеет мячом. Кубань делает вот такие прорывы, которые заканчиваются, понятное дело, попыткой. Полина Буравлева отсиделась в засаде, что называется. В первом тайме мы практически ее не видели, но тем и хороша. Итак, второй тайм матча в УВА Подмосковье Малахит-Челябинск. После первой половины 32-0 у нас в первом тайме творила вещи Ирина Кривецкая. Во втором она тоже продолжает их творить. 5 попыток. Обходит она Даниэлу Джейлани из ЦСКА, у которой было 4 попытки. У Кривецкой уже 5. Ну, если ее с поля не уберут, она, я думаю, может вполне 7-8 занести. Слишком велико преимущество УВА. Попытка Кривецкой по центру. 37 уже нельзя было. Алсу получает Мардеева травму, сидит она на коленях, посмотрите, да, но у нас в регби не останавливается игра, даже при травме. Малахит атакует, первый переход на половину поля ВВА, борьба в раке, Дамер перетолкала, чисто, передача на Данилову, вот и Яна Данилова сейчас уходит по левому краю и приземляет мяч в зачетке Малахита. 32-0, Яна Данилова будет до 11.50, там ЦСКА и Ростов на поле выйдут. Шолбаева, 5 номер, вводит мяч в игру. Передача не очень хорошая. 19 номер там у нас Наталья Топоева была. В итоге мяч у Байзат Хамидовой. Хамидова его сохраняет, подкидывает на Перестяк. Перестяк на Артерчук. Артерчук совершает попытку номер 2. Енисей, 12-0. Алина Артерчук. У Енисей СТМ. Вот, прислали мне состав Красного Яра уже. Тоже все нормально. Хорошо очень работает Константин Митин. Быстро. Это прорыв у нас Малакоедовой, который ручки расставляет. Дает передачу назад. Атака продолжается. Это у нас... кто это по четвертым номерам? У нас это Мария Перестяк. Мария Перестяк совершает первую попытку. 5-0 на 35-й секунде. Ну и давайте к составу Красного Яра. Поздно. Енисей сейчас с мячом, Логинова, передача, догоняют сейчас до края, Казанцева дальше, ну, здесь, наверное, не получится уйти. Ну, поперек, посмотри, а почему, да, Артерчук поперек, уходит, идет, и сама сейчас атаку эту закончит, скорее всего, если хватит скорости, а скорости хватает. У Артерчук хватает. И хет-трик попыточный Алина делает. Точку в матче ставит. Сейчас, но не так уверенно, как было с Зелантом. Кулькова на Медведева. Медведева дальше. Захватывают Медведеву в ноги. Хороший захват какой. Посмотрите, сейчас у нас был. И нарушение правил со стороны Ростова. Быстро разыгрывает Герасимова. Мечется. В итоге на Кулькову. Кулькова сама дальше прокидывает на Волкову. С Волковой Джейлани. Джейлани в первом матче 4 попытки. А это уже 5-й у Даниэла Джейлани. 10-0 ЦСКА выигрывает. Очень уверенно. За нашу трансляцию сейчас наблюдает 201 человек. Спасибо вам огромное. И призываю вас не забывать про другие турниры. Сегодня первенство до 18 лет, финальный игровой день. И, конечно, матч Локомотив-Пенза, Стрела-Казань. Все это обязательно вы увидите и на YouTube-канале Федерации регби России, и на канале матч Страна-Локомотив-Стрела. Ну и попытка Джейлани уже получается 6-я, если я не путаюсь в своих расчетах, просчетах.
Вот, и приземлила мяч в зачетке. Далее у нас по расписанию матч между ВВА Подмосковьем и Невой. Нева дебютирует на турнире этим матчем. Дебютирует вообще в первом туре, да. Так-то команда уже участвует у нас в чемпионате России. Не новичок. Вот, ну, вот именно в этом чемпионате она проведет первую игру. В 12:30 у нас начало этого матча. Штрафной в пользу Кубани. Лушина снова быстро разыгрывает и сейчас совершит свою третью попытку в этом матче. Хет-трик опытнейшей Дарьи Лушиной. 19. Лушина на Степченкову. Степченкова не ловит, но ловит Акулинич. Щукина, опытнейшая Наталья Щукина, которая пополнила состав из Красного Яра, состав Кубани. Овчинникова, Акулинич. Дальше на Буравлева. Буравлева по дуге сейчас пойдет и уйдет. Уйдет Буравлева, уходит. Полина Буравлева уходит, уходит. Да. Скажете, я поторопился, но был уверен, что Полина уйдет. На самом деле человек опытный, охраняется по правилам. Нарицына на месте девятого. Передача на Гаврилюк. Дальше Шакирова ждет поддержку. Поддержку получает от Гаврилюк. Гаврилюк на Данилову. Данилова против Трешковой снова. И снова Данилова уходит от Трешковой. На этот раз уже в короткую сторону. По дуге ставит ручку. И третья попытка ВВА. 17-0. Дважды Данилова. Один раз Погребняк. Плюс одна реализация Ерошкина. Сейчас Ерошкина постарается реабилитироваться за Еще одна передача Ерошкина. Рак сформирован. Кукина. На руках атакует у нас ВВА. Гаврилюк. Йоанна Гаврилюк. Опытнейшая. Ну, посмотрите, блестяще. Блестяще Анна Гаврилюк действует. 22-0. Мне кажется, не поверили игроки Невы, что она сама Здееву. Поздеева сохранила. И на Малакоедову оффлоут. И попытка Марии Малакоедовой. 32-0. Реализацию кто у нас будет бить? Алисейенко ушла. Непонятно, забили, не забили. Видимо, не забили, если счет не поменялся у нас. Владеет мячом Красный Яр. Форма очень похожа на Красный Яр. Не владела Малахит. Потеря. И еще одна попытка Енисея СТМ. 37-0. То ли 19 номер, по-моему, это был. Регина Брезгина появляется на поле. Ну и коридор будет вбрасывать у нас Ростов. Шестой номер. Это Светлана Забазнова. Атакует Ростов. Ну что, есть прорыв линии. Ну и вот первая попытка будет Ростова. Будет. Цветная заслужила эту попытку. Мария Цветная. Она и в первом матче, отмечаю, что делала прорыв передачу. С пасами у команд не очень. Прорыв линии. А кто прорывает? У нас прорывает Решетханова. Но, видите, она оглядывается, не убежит она, да, скорее всего, или убежит. Делает передачу вправо, чтобы уже точно было все спокойно. На 11 номера Марину Полумееву. И Полумеева, экс-игрок Кубани, совершает свой первый занос за сборную Дагестана в официальных матчах. 12-0. Полумеева. Ну, она не торопится, да, видите, ждет, пока игроки Ростова подойдут.